В рамках проекта «Ель же стары» в Экибастузском музее прошла встреча с талантливыми молодыми людьми. Те, кто прославляет город далеко за его пределами, рассказали о своих достижениях и секретах успеха. Одна из них – Раяна Чалдаева, победительница конкурсов «Белый рояль», «Евромьюзик», «Маэстро» и «Новая звезда Куншуак». Главная цель проведения такого мероприятия – продвижение талантов города, а также популяризация спортивных и творческих кружков, чтобы свободное время молодые люди также посвящали своему развитию. Участие приняли ансамбль «Назерке», спортсмены, призеры соревнований различного уровня. Пожелания присутствующим выразила тренер по боевым искусствам Алмагуль Кашина. Под ее руководством юным спортсменам удалось добиться немалых высот. Начала именно с джиу-джитсу с 12 лет. Потом перешла на дзюдо, и в этом году перешла на самбо. Я многократная чемпионка Казахстана по джиу-джитсу. По самбо я призерка Казахстана, второе место по самбо. Призерка и чемпионка республиканских турниров по дзюдо. Ребят, спасибо, что вы есть. Всем, кто занимается творчеством, вам успеха. Вообще очень рада, когда у нас город процветает, и вы всему этому молодцы. Спасибо, что вы есть. Спасибо за труд педагогов.